Несмотря на то, что в Десногорске фестиваль проходил все-таки в закрытом помещении, в кинозале царила свободная атмосфера. В этот раз в программу мероприятия, объединяющего 72 региона страны, вошли 10 лучших картин от начинающих режиссеров России. Эти киноленты организаторы фестиваля выбирали в течение года из более 1000 заявок. Среди них «Миллиард», «Лучший забей», «Электрический ток» и другие. В съемках приняли участие как молодые, еще неизвестные актеры, так и уже довольно популярные, такие как Алексей Серебряков и Павел Деревянко. Все фильмы абсолютно разные, простые и запутанные, грустные и смешные. На чемпионате мира на поле против тебя выйдет Рональдо и Месси. А это вот настоящие монстры. Поскольку главной идеей кинофестиваля является выбрать лучшую работу самими любителями кино, для голосования публики раздали специальные бланки. А в конце киносеанса прошел подсчет голосов. В Десногорске лидерами стали фильмы «Миллиард», «Интервью» и «Огонь». Отметим, что 27 сентября в Центре культуры и молодежной политики пройдет показ работ вне конкурсной программы фестиваля. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.